Журналисты Муромского края, отчаявшись, вышли на одиночные пикеты с требованием вернуть свои честно заработанные деньги. Должник – владимирская торговая фирма «Печать». Уже более полугода недобросовестный распространитель не отдает деньги редакции за реализованные газеты и подписку. Сумма долга перевалила за 200 тысяч. Плакат, нарисованный от руки, как крик отчаяния. В редакции Муромского края никогда не думали, что вот таким способом придется бороться с недобросовестным должником. Журналисты до конца верили, что у директора владимирской фирмы «Печать» Марины Лузиной проснется совесть, и она отдаст чужие деньги. В них коллектив главной муромской газеты в условиях пандемии нуждается особенно остро. Со стороны «Печати» взаимоотношения с Муромским краем напоминают период 90-х годов, когда можно было, говоря таким бандитским сленгом, кидать всех, не отвечать за свои слова. Вот на сегодняшний день долг печати перед Муромским краем, перед журналистами Муромского края составляет более 200 тысяч рублей. Госпожа Лузина кормит нас завтраками, обещает сегодня проплатить, завтра проплатить, но все свои обещания срывает. Никаких движений по поводу сокращения задолженности не производится. Мы считаем, что это для нас напоминает мошенническую схему, когда товар взят, товар реализован, а деньги за товар не отданы. От действий владимирской конторы страдают все – и журналисты, и читатели. Но редакция не оставит муромлян без газеты. Свежие выпуски еженедельника уже можно приобрести в других торговых точках города. В интересах читателей его продажа будет организована в других местах, в частности, в киосках Муромского хлебокомбината, сети магазинов «Окрошка», на Почте России и в редакции нашей газеты. Впереди у муромских журналистов судебный процесс. Иск к рассмотрению принял областной арбитражный суд. Стоит напомнить, что прокуратура уже рассматривает поданные подписчиками заявления на фирму «Печать». Защищая свои права, журналисты также готовят коллективное обращение на имя губернатора Владимира Сипягина. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости.